Грузии на Сумском. Грузия. Хорошая оговорка, да. Как говорили в Советском Союзе, в Альбире на Сумском началась декада грузинской кухни. В ближайшие дни званый ужин с шеф-поваром Александром Убирайловым. Грузинская кухня в винотеке Альбира. Сегодня в шоу-ресторане Альбир битва шефов, тоже грузинская кухня. Я очень люблю Грузию, очень люблю этот народ. Народ с сумасшедшим гостеприимством, с самобытной кухней, которую они чтят и хранят, с великолепным вином. Вот культура ресторана в Грузии. Знаешь, мне показалось, что в Тбилиси по населению город примерно Харьков, ресторанов раз в 10 больше. Друзья, там есть улица ресторанов, это проспект. В каждом ресторане есть грузинская кухня. На самом деле грузинская кухня у нас уже стартует третий сезон. На протяжении уже почти 2,5 года уже третий раз. Пользуется она у наших гостей, как у постоянных, так и которые только к нам приходят, довольно-таки большой популярностью. На протяжении уже 2 проектов были отобраны самые любимые ходовые блюда. Это какие? Чакапули из баранины, хачапури по-аджарски, баклажаны с орехами, торт микадо, чахакбили. И вот мы собрали все пожелания наших гостей и все это добавили в новую грузинскую кухню. Получилось неплохо, вкусно. Приглашаю всех попробовать грузинскую кухню. Ты же умеешь танцевать, оказывается, теперь не только чечетку, но еще и лезгинку. Конечно, я умею танцевать лезгинку. Почему? Потому что, дорогие друзья, дорогой Махо, которые приходили, они вот танцевали для всех, да, он меня перед началом научил. Научил как бы несколько движений, которые, ну вот, я вам там показывал, когда вот чуть не упал, да, скользкий сильно пол, подошва, как бы вино там, все дела, казино, ну, в общем, да. Покажи, пожалуйста, еще раз. Здравствуй, брат! Здравствуй, дорогой! Привет! Рад тебя видеть, а? Что у вас там в Грузии главное? Вот то, чем вы гордитесь? Это дружба. Главное в Грузии – это человек. Ты ко мне в гости пришел? Кушай, дорогой. Пей. Я тебе рад. Я тебе 15 блюд приготовили сегодня, а? Нифига себе. Вино, пиво. Наслаждайся всем. Смотри, какие красавицы, девушки ходят. Бери от этой жизни все. Приходи в Альбир. Я, значит, сегодня одета как очень скромная грузинская девушка, мне так кажется. Мне кажется, ты монашенька, деточка. Очень похож. А на тебе наряд? Наряд какой? Национальный грузинский наряд. Вот у своего напарника я украла вот такую шапку красивую из овечки. Хочешь песню спою? Давай. Ты грузин и я грузин, оба мы абреки, ты торгуешь апельсин, а я чебуреки. Гогия, гогия, санда, я гогия, гамма чубаки назвали. Ох, украду тебя красивая. Конечно же, я не могу не пригласить вас 23 сентября на шедевральный мюзикл «Мамма Мия». Каждый месяц Альбир ставит мюзикл. «Мамма Мия» ставится третий раз. Одинаковые мюзиклы никогда не были в Альбире одинаковые. Друзья, я приглашаю прежде всего тех, кто видели «Мамма Мию», потому что всегда приятно увидеть ту изюминку, которая может дать уже 2-летняя труппа Альтбир. Мы ждем вас, мы любим вас. И, как всегда, в Альтбире ночью светит солнце. Сейчас солнце Грузии. Хочу тебе пожелать, дорогой, чтобы ты дожил до 132 лет, а потом умер. Нет, не просто умер, чтобы тебя убили. И не просто убили, дорогой, а зарезали. И знаешь, не просто зарезали,
а из ревности. И не просто из ревности, а за дело. Пойдем выпьем за это. Пойдем? Пойдем, дорогой. И ты иди с нами, пойдем. Грузия – страна, достоинства которой перечислить невозможно. Ну, во-первых, в Грузии, представьте себе, живут грузины. Ну, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, высокие горы, синее море, великолепная еда, вино. В Грузии вы чувствуете себя как дома, там до сих пор многие говорят по-русски. Ну, все как, практически как сегодня в Альбире на Сумском.